друзья моего канала. Вот едем домой с командировки. Сейчас на пароме находимся. Вот это вот очередь на паром. Машины, трактора, мотоциклы. Вот сам причал парома. Паромы стоят. Наш еще не подошел. Нам еще минут 20 ждать. Вот мой напарник Андрюха пытается ловить рыбу на причале. Сейчас мы подойдем, посмотрим. Водичка чистая. Вот сейчас глянем, что он тут творит. Так, и что там есть? Рот закрой. Видать, что? Ух ты! Рыба есть. Ловить не умеем. Что-то она... Трендеть некоторые зато умеют. Не сильно она на нее кидается. Нормально кидается. О! Не голодная. Еще один товарищ на подходе. Где удочка твоя? Нам одного рыбака хватит. Он нам наловит много, да? Ну да. Опа, ну что ж такое? Дарчик хороший, ты? Рыбка, ты где? Так, крутится рядом.
Он нам наловит много, да? Ну, да. Опа, ну что ж такое. Дарчик хороший, ты? Рыбка, ты где? Глянь, крутится рядом. Забагрить уже хочешь? О, наверное, наш идет уже паром. Вон где-то там.
есть поклевочка. Смотри как. Помори, помори ее. Ах, какая красавица. Поиздевайся. Игорь! Игорь! Сейчас я приближу. Вон она на крючке. Уже не сопротивляется. Мирно, мирно плавает. Оборвется, да, думаешь? Вот буквально за 5 минут попалась рыбка. Так, играючись. Там скользко. Я знаю. Ну, покажи, какой ты довольный. Дома таких на суп забирают. Сайда? Да, сайда. Ну все, прояви к ней жалость. Акт милосердия. Акт милосердия. Зеленые тебя будут благодарить. Поцелуй и отпусти. Вон детвора смотрит. Возьми, покажи, детворе. Да вытащи ее. Лови, рыбка. Так вот, такая рыбалка в Норвегии. Спасибо за внимание. Заходите на мой канал.
Потом еще будет рыбалка. Может быть, покруче.